Спасибо. Сейчас прозвучит тоже довольно редкая пьеса. Дело в том, что ее автор Джеймс Инграм был такой замечательный человек, умер довольно рано. Он был больной и успел написать всего несколько песен. И вот одна из них прозвучит сейчас. Она называется «Everything must change». Все должно измениться. С таким она философским таким характером. И вот таким серьезным музыкантом Джеймс Инграм и был, в общем-то. Он хоть и был из разряда популярных певцов, но выделялся тем, что у него были содержательные какие-то песни. Вот сейчас она прозвучит. Прозвучит она так, как ее исполнил Квинси Джонс совсем недавно. У него оркестр, который он создал специально, чтобы аккомпанировать звездам, как живым, так уже ушедшим, чтобы не забывали этих людей. И даже выходят певцы, которые выучивают все слова и даже держатся так же, как они, и стараются быть внешне похожими. Вот такой Квинси Джонс. И вот сейчас вы услышите довольно редкую песню, которая называется «Everything must change». «Все должно измениться». Кроме, и вот except, кроме того, что никогда не меняется. Итак, Квинси Джонс, «Everything must change». Everything must change. Nothing stays the same. Everyone will change. No one stays the same. The young become the old, the mysteries do unfold.
comes from the clouds, sunrise of the sky, and the hummingbird do fly. Winter turns to spring, and wounded heart will heal, but never much too soon. Yeah, everything must change. The old become the old, and mysteries to hope for. Yes, it is still the end of time. Nothing and no one goes unchanged. Except rain comes from the clouds, sunrise up the sky, and the hummingbirds do fly. Rain comes from the clouds, sunrise up the sky, and the hummingbirds. Thank you.
the clouds, sunrise of the sky, and hummingbirds do fly. Wave comes from the clouds, sunrise of the sky, and hummingbirds do fly. Everything must change. Сейчас вы услышите тоже довольно редкую песню. Ее написал человек, который, в общем, был неизвестен, потому что всю свою жизнь он прожил на каком-то острове в богатом имении своих родных. А эти родные были из Англии, они были когда-то колонизаторами Индии. И вообще тогда, в древние времена, весь мир был распределен между сильными государствами и какими-то слабыми, вот как Индия, например, там, или Африка. И вот его звали Джеймс Инграм. Он вырос вот в этой семье, где презирали вообще, там жили люди, они построили себе замок, никогда никуда не выходили и презирали все, что происходило за пределами этого острова. И это были настоящие такие снобы древних времен. Они даже не знали, что творится и вообще вокруг, в мире, и запрещали тоже своим детям. И вот наступили все-таки другие времена, когда Джеймс подрос, он стал слушать радио. И вдруг обнаружил, что вообще в мире существует масса всякой музыки, классическая музыка, и джаз, и рок. И, в общем, он сразу сказал родителям, что я больше здесь не остаюсь. Значит, ему купили билет, и он улетел в Англию, потом в Америку, и начал творить. И это, кстати, то, что он вырос вне вообще этой музыки, и придало его композициям какое-то своеобразие. И, в общем, он стал сразу очень популярным. И вот сейчас прозвучит один из хитов, который был им написан, и он начал выступать уже на различных фестивалях и тут же завоевал популярность колоссальную. И вот это песня, которая сейчас прозвучит, она называется «Happiness», «Счастье». Итак, Роберт Палмер, «Happiness». Gamble with your heart. Take a chance on happiness. Hands around your bad health. You'll be glad it's your place to bet. Think it over. What to lose? All their hearts are on your favor. Take it, get right. You know life is what you make it. Scared to move 'cause you get to cheat. But nothing they should, baby, nothing, yeah. Take a gamble with your heart. Take a chance on happiness. Toss the coin back to the start. Life,
Спасибо. И в завершении первого отделения вы услышите пьесу, написанную мною. Она называется «Алайский базар». Вы, наверное, знаете, что в Ташкенте существует такой базар, он такой современный, но возник он за несколько тысяч лет даже до нашей эры. Это древний был такой путь из Китая, через Индию, через пустыню, значит, которая находилась между там, где сейчас как одна из республик, например, там Казахстан. Этот путь шел, он был очень длинный. Вывозили, в то время очень модными были ковры. И вот их везли в европейские страны, в Индию и даже за рубеж. И вот на этом пути был такой, значит, перекресток всех путей, где отдыхали, значит, возвращавшиеся назад. И тоже, кстати, они не пустыми возвращались, они привозили из Европы то, чего не было никогда в азиатских странах. Таким образом, вот этот путь,
он наладил именно вот смешение культур, обогащение культур. Китайцы узнали о том, что делать, что есть в Европе, а мы здесь, в Советском Союзе, узнали, что сейчас вообще происходит в разных древних восточных таких странах. Это было написано в ранние советские времена, когда мы ездили, нас посылали, значит, разрешили нам работать наконец-то, потому что арсенал был подпольный, из-за того, что мы исполняли первыми там в Советском Союзе оперы «Jesus Christ Superstar» на английском языке, что приравнивалось вообще к государственному вообще преступлению. Но, тем не менее, значит, наступили другие времена, власть сменилась, и нам разрешили ездить вообще арсенал, взяли на работу. Ну, правда, в скромную Калининградскую филармонию, но, тем не менее, мы стали разъезжать по всей стране. И вот там я увидел, наконец, это место, где когда-то вот эта гора Олай, и там просто обвалившиеся какие-то очертания вот того, что было под ним, какой-то такой типа ресторана старинного. И тогда я вот написал пьесу, которую вы сейчас услышите, «Алайский базар», и она посвящена именно вот этому удивительному месту. Итак, «Алайский базар». Thank you.
Спасибо, ансамбль «Арсенал». Ну а сейчас давайте сделаем небольшой перерыв.
Так, дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. В начале второго отделения мне хотелось бы вернуться в историю. Дело в том, что когда началась эта война, немцы сразу оккупировали Бессарабию, потом Одессу. В общем, советские войска не успели к этому времени. А началась она не в 1939 году, между прочим. Это когда они напали на Советский Союз в 1941. Тогда началась Великая Отечественная война. А так просто была Вторая мировая. Они захватили, немцы, Чехословакию, там различные страны. И вот в Бессарабии жил русский замечательный, талантливый человек. Ну, он там просто родился. Бессарабия – это была Россия. И он все время мечтал вернуться в Россию и там жить. И вообще был патриот русский. Но не повезло ему. Он оказался на немецкой территории. Более того, он, кстати, он был очень популярен. Он разъезжал по всей Европе. И очень его любили, в общем, иммигранты из России. Как интеллигенция, так просто князья какие-то, которые сбежали, потому что ну, их бы просто прикончили сразу после революции. И вот он пел для них, и очень им нравился, стал популярным на таком европейском уровне. Издавались его пластинки даже. И вот, когда началась война, он сразу оказался, его даже, более того, его призвали в армию. Когда у немцев пошли плохо дела, они стали призывать на территориях оккупированных кого угодно. Причем призывали так, что отказаться было невозможно. Его тоже призывали. И он в это время работал уже в Одессе, в одном из популярнейших ресторанов. И туда один крупный такой немецкий офицер приходил, он знал о нем и слушал его. Ему очень нравилось, как он поет. И, в общем, поэтому как-то его не преследовали. Но ему это повредило, потому что когда война закончилась, то кто-то донес, что он пел для фашистов. Его тут же арестовали, посадили в тюрьму, где он и скончался. В общем, вот такая у него была такая нелепая судьба. И тем не менее, он написал массу песен. Но сейчас вы услышите редкую песню, которую он один раз вот где-то исполнил, ее записали, и я с трудом нашел, значит, эту пластинку с записью и слова. И вот сейчас вы услышите. Называется эта песня «Ты едешь пьяная». Итак, Петр Лещенко. Вот как звали этого человека. Ты едешь пьяная и очень бледная по темным улицам совсем одна. И смутно помнишь ты ту скобку медную и штору синюю окна. А на диване подушки алые, духи Дорсей, коньяк, мартель, глаза янтарные, всегда усталые, распухших губ любовный хмель. Пусть муж обманутый и равнодушный жену покорную в столовой ждет. Любовник знает, она послушная, молясь и плача, опять придет.
пришлось узнать ей жизнь тротуарную и быть любовницей, не знать кого. И только хмель один все разрушает, позор и стыд, и для чего? А ведь когда-то она счастливой в любви и верности клялась, теперь больная и вся разбитая, к себе домой она плелась. И вот в каморочке муж слезно молится, она родимая уж не живет. Любовник строгий того не знает, что больше нет ее и не придет. Спасибо, спасибо. Ну, сейчас мы продолжаем наш концерт. Сейчас прозвучит в нашей переработке одна из популярнейших песен из репертуара группы «Битлз». Ее сочинил Пол Маккартни. Дело в том, что это единственная вещь, где Джон Леннон не претендовал на авторство. Обычно они, сидя в гостинице, все время спорили, значит, кому больше авторских, потому что у них все песни были Джон Леннон и Маккартни. В основном все их песни были написаны вот этим дуэтом. Там еще кто-то писал, но это были единицы такие. К ним претензий не было. А здесь, и вот именно в этой композиции, потому что Пол Маккартни по каким-то личным делам поехал в Норвегию, значит, сделал там какие-то свои дела, и потом его поселили в гостинице, чтобы утром он обратно, значит, улетел к себе на родину. И он всю ночь провел в комнате, которая была облицована досками, фанерой, сделанными из норвежского леса. Дело в том, что норвежский лес – это был основной бизнес Норвегии, потому что они срубали какие-то деревья уникальные, которых нет нигде больше, и сплавляли их в разные страны. Но для того, чтобы они сохранялись, их пропитывали фенолом. Это такая вонючая, такая химическая вообще жидкость. И поэтому, когда он, значит, лег в постель, он понял, что он дышать не может, потому что задыхается от этого страшного запаха фенола. И, в общем, с трудом он проснулся и потом рассказал своим друзьям и сочинил песню. Но они сказали, что песня замечательная, мы ее будем исполнять, только уже там не будет ничего, никаких слов. Сочинил кто-то, по-моему, даже Леннон сочинил слова к этой песне. И так эта песня, значит, к норвежскому лесу уже имела только название, больше ничего. И вот сейчас прозвучит наша версия этой замечательной песни «Norwegian Wood» Пол Маккартни. Bye.
Once I had a girl, or should I say, she once had me. She shows me her room, isn't it good, now waging wood. She asked me to stand, she told me to sit out and wait. So I looked around and I noticed there wasn't a child. I sat on a ride, building my tongue, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time to bed. She told me she walked in the morning and started alone. I told her I didn't and grown on a slip in a ball. Thank you.
was alone, this bird has flown. So I beautify, isn't it good? Now we tune. Ну вот теперь мы перейдем к нашей русской музыке. Дело в том, что я заметил, что у многих наших композиторов 19 века, таких как Бородин, Рахманинов, и более того, даже у меня есть вообще восточная кровь. Моя прабабушка была персианкой. А что касается Рахманинова, он был дочкой одного из грузинских придворных таких. Это было еще время рабства, и поэтому он скрывал этот, значит, генерал, свою связь с какой-то рабыней. И чтобы это не обнаружилось, он его просто сдал в семью таких же слуг русских, с фамилией Бородины. И когда закончилось рабство, он сразу же поехал, он талантливый человек, поехал в Европу, там закончил какой-то университет, вернулся в Россию и стал одним из известнейших химиков. Когда спрашивали, где здесь Бородин живет, а тот химик, это вот там. Никто не знал, что он сочиняет музыку. Да он и не очень-то хотел. Ему очень нравилось разные формулы там, придумывать. Он придумал очень много. Он, вообще говоря, его приравнивали к Менделееву, потому что он придумал какие-то тоже таблицы там свои. Но его близкие друзья знали о его таланте. И даже понимали, что его музыкальный талант гораздо больше, чем талант его ученого. К нему иногда приходили и там находили какие-то. Он иногда в перерыве что-то записывал на каких-то листочках, и потом они падали там и сушились у него. Вот эти вот друзья, они собирали все эти листочки, потом и обрабатывали их, и таким образом складывались его первые симфонии и первая опера, которая на «Князь Игорь». И его просто заставили, значит, выступить с этой оперой в Петербурге. Он, значит, ее исполнил и сразу стал популярнейшим российским композитором. И ничего нельзя было поделать. Значит, у него уже не брали автограф, как у химика, а именно как у композитора. И вот сейчас вы услышите одну из популярнейших мелодий, поэтому все, что он сочинил, расходилось потом, становилось популярными песнями, хитами разными инструментальными. И вот сейчас, значит, прозвучит в начале первая часть нашего сегодняшнего этого самого номера большого. Это «Половецкие пляски». Вслед за этим прозвучит музыка Сергея Рахманинова. Как вы догадываетесь, Рахманин – это тоже его предки были давным-давно какими-то известными мусульманами, я даже боюсь называть. И поэтому Рахман сохранился, эта фамилия, но он как-то не обращал на это внимания. У него было имение свое. И вот в 19 году, когда начались волнения, значит, восставшие наши эти, значит, крестьяне разорили его имение, как многие другие, и он тут же покинул Россию и поклялся больше в эту жуткую страну не возвращаться. И сначала он жил, у него вообще испортилось даже здоровье, он сначала жил там в Париже, потом перебрался в Нью-Йорк, и вот там постепенно он начал отходить. И когда он услышал, как Фрэнк Синатра, очень популярный певец,
исполняет песню, которая основана на одной из тем из его концерта, вот этого второго фортепиано. Он дико поразился. И это, кстати, его побудило на то, чтобы продолжать выступать. И он начал опять играть. И, в общем, вот сейчас вы услышите сначала музыку Бородина, а потом прозвучит фрагмент из второго фортепианного концерта Сергея Рахманинова, где тоже отражается вот эта связь с западной культурой, как его поразило, что он популярен там. Вот такая история. И начинаем мы с половецких плясок. Thank you.
Сейчас Сергей Рахманинов. Второй фортепианный концерт. Full moon and empty arms. The moon is there for us to share. But where are you? A night like this. Who have a memory? And every kiss could start a dream for two. Full moon and empty arms. Tonight I use this magic moon to wish upon an actual moon. And my one wish comes true. My magic arm make me feel with you. Это были слова Фрэнка Синатры. Любовью к Сергею Рахманинову. When I was young, I never needed anyone, and making laugh was just for fun. Those days are gone. Living alone within the other friends of no, but then it's out. Telephone, nobody's home. Oh, by my.
When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Спасибо. Спасибо за понимание нашей русской музыки. И в заключение сегодняшнего концерта вы услышите пьесу
замечательного музыканта, его звали Джо Завинул. И вот он был непростым человеком, был глубоко верующим. И вот он такой придумал пьесу «Мерси, мерси ми», что означает это обращение к Господу. «Господи, прости нас за все наши грехи». И вот в этой пьесе, кстати, я постараюсь продемонстрировать вам тот стиль, о котором мало кто знает и мало кто им владеет. Это чисто джазовое такое искусство, искусство сочинения одновременно и текста, причем дурацкого, и музыки. И вот именно здесь я и продемонстрирую вам это искусство. Итак, Джо Завинул, «Мерси, мерси ми». May not like one of those bad days to the blabber clap. She got something much better than gold. I'm a crazy about the girl, cause she's got so much soul. When I say it's a kind of loving, kissing and hugging. Don't
Спасибо. Но теперь настало время объявить вам все-таки участников сегодняшнего концерта. Сегодня для вас на бас-гитаре и синтезаторах играл Евгений Шариков. На барабанах Эдуард Петрухин. На фортепиано и синтезаторах Юрий Погиба. Наш гитарист, вокалист и все. Марк Юсим. И создатель ансамбля «Арсенал», саксофонист и вокалист Алексей Козлов.
Вот сейчас уже концерт окончен. Мы прощаемся с вами и благодарим вас за внимание. Всего вам хорошего. До свидания.